Ну вот как бы гора Кристофел или Кристофель на Кюрасао. Вот, машин запарковали, ну дальше такая достаточно дикая местность. Вон ящерки ходят, какие-то махонькие бегают. А, не видно уже, наверное, убежали. Еще будут, наверное. Вот. Это все достаточно колючие заросли. Туда не полезем. Тут предупредили еще на деревья, надо посмотреть. Тоже там всякие могут змеюкины прыгать. А могут и не прыгать, не знаю. Ладно, идем дальше. Интересно. Прямо на горе чей-то дом стоял. Вот, разрушено все. Интересно, интересно, непонятно. Ну, в принципе, место неплохое. Я бы тут не отказался бы жить на этой горе. До воды, правда, далеко, но зато как бы природа. Вот, так, а что здесь? Сколько? Домику лет 80, не меньше. Судя по окаменевшей известке. Да, кто-то жил здесь, кто-то сделал домик себе, кто-то построил. Вот, потом это, похоже, национализировали, объявили национальным парком. Ну и как-то так. Вот оно, Кюрасао. Похоже, почти самый верх, наверное, да. А, да, это самая высокая гора. Вон там море вдали. Так, или нет, секунду. Это не море. Это не красное. Красное. Это не Карибин Си, это Атлантик. Это Атлантический океан. С одной стороны острова Атлантический океан, с другой стороны уже Карибское море начинается. Вот. Вон домик какой. А это не домик, это похоже или церковь, или школа. Они тут обычно в желто-красном виде. Вот. Неудобно, я не люблю вообще по дорожкам, по тропинкам ходить. Сейчас мы найдем какое-нибудь такое дикое более-менее место и углубимся. Ага, вот какая-то тропинка. Это для тех, кому скучно по дорожкам ходить. Так, пошли. Вот уже тропинка уже тут. Так, смотрим на деревья. Тут писали, в последнее время тут кошки появились дикие. Это типа то, что мы, когда по Аральскому морю ходили на парусном катамаране в пустыне, там в степи ночевали, там манулы такие, коты. Такая плоская морда, абсолютно жуткая. Приплюснутые уши с кисточками и глаза такие очень невеселые. Это было там, отдалеко. Тут, я надеюсь, если кошки встретятся, глазки будут повеселее, подружелюбнее. Так, смотрим на деревья. Кактусы. О! Это что такое? И что это значит? То есть просто столб. Ну ладно, столб так столб. А вчера советовали смотреть во все стороны. Вверх, вниз, под ноги. Чтобы на какого-нибудь ползающего гада не наступить. Ну, ладно. Так, ладно, все, выключаем. Вот, еще какие-то полуразрушенный домик какой-то. Или строение, не знаю. Так, нет, посерьезнее сюда. Сюда железобетонные блоки затаскивали как-то. Вот, ну ладно.
тоже где-то лет 80-100, наверное, этому всему разрушил. Так, ну вот они как бы, даже не знаю, как это назвать, это какие-то тропические какие-то джунгли, но не влажные, сухие. Или заросшая саванна, одна из двух. Так, вон какая-то живность там бегает. Не, не пойду. Вон кактусы. Таких хороших, не слабых размеров. Так, дорожка расходится. Пойдем посмотрим, что здесь. Так, здесь ничего интересного нет. Тут какое-то сооружение. Что-то у них... А вот что интересно. Это что? Это ракушки? Я не знаю, морские они или нет. Такие же тоже бывают ракушки. Ладно. Наберем немного. Они сухие все, уже мертвые. Наберем немножко, посмотрим потом. Что за ракушки такие. О, еще какой-то этот самый участочек. Ну, такое неплохое. Проперти такая неплохая, неплохая. Тоже, наверное, кто-то жил до национализации этой горы местным правительством. Да, вот это уже как-то тут надо все смотреть. Наверху все это смыкается над головой. Так, ладно, пойдем теперь по этой. Меня тут... А, это что такое? Нет. Это чей-то, похоже, кто-то там птенцов высиживал. А вот какие-то... Живность какая-то тут живет. Явно на деревьях. Меня местный рейнджер предупредил, что с тропы не сходи. Ни в коем случае. Какой Рэй Брэдбери. Старый рассказ такой. И грянул гром, по-моему, называется. Да, так что, ну ладно, сходить не будем с тропинки. Хотя она такая-такая, тут только видимость тропинки. Вот, смотрим. Ну, красота просто, просто чудеса какие-то. Красота. Показалось, змея свисает. Но при ближайшем рассмотрении оказался просто кактус такой причудливой формы. Все, идем дальше. Да, тропинка, похоже, такая. Не совсем туристическая, как бы. О, какие-то. А это не папайя или это растет? Я даже не знаю, как папайя в природе растет. Вон, видите, да? Сейчас мы один сшибем и положим в рюкзак. Так, что-то становится все дикий, как правильно сказать, более дикое. Дичее и дичее, да? Так, блин. Так, хорошо, справа-слева колючки, значит, справа-слева никакая гадость не полезет, значит, только сверху может что-нибудь прилезть. Надо наверх смотреть под ноги. Ну, привет. Вот такая гадость не полезна. Надо смотреть. О, чудеса. Цивилизация в виде асфальтированной дороги. Да, красота. Что ж сказать. Красиво. Приятно выйти на дорогу асфальтированную. Так, знак какой-то. А, там, по-моему, продолжение чего-то. Посмотрим. Это вот я, дико. Это я просто как показываю, что я еще, так сказать, в едином кусочке здесь по этим джунглям гуляю. Вот они какие джунгли. Все, а мы продолжаем идти дальше. Ой. Что-то постоянно.
постоянно шуршит под ногами. Как-то не очень хорошо. О, ах, это ящерицы бегают. Ящерицы. Вот они, ящерицы какие. Хм. Интересно. Интересно, интересно. Скорлупа каких-то яиц. Это кто ж такой? Что это за животное высиживало такие яйца? Не знаю, не знаю. Вон еще какое-то яйцо лежит. Вон, видим его, да? Так, не будем трогать, пойдем дальше. Может, какая-то гадость вылезет оттуда зубастая. Ладно, выключаюсь. Вообще сегодня какой-то невезучий день. Уже часа три, наверное, брожу по этим джунглям. Или как их там называют. И ни одной змеи так и не увидел. Но они должны быть здесь, змеи. Змеи, они должны быть здесь. Змеи, вам тут хорошо. Вы должны где-то тут жить. Ни одной. Да ну ерунда какая-то. Вообще со змеями интересно. А, недавно были в Орландо на змеиной ферме. Вот, ну там рассказывали, что если у змеи треугольная голова, то ядовитая. А если не треугольная, то нормально. Там питоны всякие, они же не ядовитые. Удавы какие-нибудь там. Вот. Но это справедливо только на для Северной Америки. То есть в Африке там какие-то другие законы. Вот. А мы сейчас находимся на Кюрасао, остров Кюрасао. Это всего лишь 70 миль. Ну, где-то там сотни километров от Венесуэлы, что в общем-то Центральная Америка уже как бы. И что там у них в Центральной Америке со змеями, оно непонятно. Нам во Флориде об этом не сказали, про Центральную Америку. Так что как-то придется, наверное, любых гадов опасаться. То есть со змеей на шее уже сфотографироваться не получится, наверное. Побаиваюсь как-то, я побаиваюсь. Вот идем. О, еще один дом. Тут, похоже, какие-то усадьбы, наверное, каких-нибудь богатых людей были. Может быть, лет 100 и больше. Вот, продолжаем движение. Вот, дорога становится пошире. Ну, похоже, мы сейчас куда-нибудь выйдем к какой-то цивилизации в виде мусорного бачка или скамейки. Или какой-нибудь карты с предупреждением, что нельзя охотиться, нельзя дронами пользоваться. О, это ты знал. О, даже более того, мы выходим к моей машине. Господи, машина-то не машина, позор какой-то. Смотрите. Будто с какой-то детской карусели содрали и рентуют за 50 долларов в день. Это позор какой вообще. Как можно такое рентовать? Людям давать ездить. То есть с детской карусели какая-то машина. Ужас какой-то.